посмотрела этот сериал, очень понравилось, как главная героиня делала свои куклы. Заинтересовалась жутко, стала в интернете все читать, искать. Да, ну и решила, буду точно пробовать делать, ну и стала пробовать. Сразу получилось? Ну нет, не сразу, потому что глина, я как бы в интернете не так много информации, а глина вся разная, одно очень тяжело делать глиной. Ну вот нашла более оптимальный вариант для себя. Ну и вот мы плавно подходим к вопросу, как же, из чего делаете вы ваши куколы? Вот вообще технику изготовления, потому что они у вас имеют такие вот необычные позы. Ну, выражение лица, если вы посмотрели, да, что тоже у всех кукол разное. Ну, смотрите, идея сама приходит, иногда вот просто идешь и в голову, так знаете, так, приходит. Вот, вот такое надо, да, вот так надо сделать. Иногда смотришь других авторов, очень много тоже красивых, очень много красивых кукол, и хочется себе тоже сделать подобное. Ну, конечно, не как у них, свою, ну, например, вот, Коломбину. У всех многих есть авторов. Да, Коломбина. Это вообще традиционная кукла, да. Такая авторская. Поэтому... Но у всех каждая своя. У всех разная, да, и хочется сделать тоже свою какую-то вот подобную. Ну, глину... Да, что за глина? Глина Ладол, это полимерная глина, самозатвердевающаяся. Угу. Потому что у меня возможности нет глину запекать. Поэтому она самозатвердевающая глина. Ну, работать ей очень удобно. Так, ну вы как-то сначала делаете основания, все куклы на каркасе на проволочном, то есть делается проволочный каркас. Какие-то, вот это, например, цельная кукла, эти мягкие куклы, у них только лицо, ручки, ножки из глины, а само туловище мягкое. Вот. Потом начинаю их, то есть использую акриловые краски. Делаю им лицо. Расписываете сам? Да, раскрашиваю. Я делаю полностью все сама. Да. Раскрашиваю лицо. Потом начинаю подбирать. То есть платье у меня, конечно, у меня образ есть, что я хочу сделать. Не всегда он где-то что-то потом я меняю по ходу работы. Но как бы придерживаюсь того образа, который я решила сделать.